Так, это Венера 26 декабря. ISO 125. Очень сильный ветер, к сожалению. А Венера сейчас спрячется за высоткой, поэтому как бы и другую локацию искать у меня времени нет. 43 миллиона километров до Венеры сейчас. Максимально близко она будет к Земле 8 января, 39 миллионов километров. Но тогда она будет на одной линии с Землей по отношению к Солнцу. И мы будем как бы смотреть в спину Венере. Ее лицо будет освещено, но она ближе к Солнцу. И мы ее освещенного Солнцем лица не увидим. Так что сейчас этот узенький серпик, Солнце, как вы понимаете, сейчас справа от меня как оператора и от Венеры как объекта съемки. Дальше этот серпик будет еще уже и, конечно же, снимать его будет все сложнее, учитывая наши погодные условия, шансов на то, что предоставится возможность снять Венеру поближе и поуже, скорее всего, нет. Ладно, прощаемся с Венерой, она натурально прячется за дом. Правильно вроде ударение сделал, да? Так. Красавец. Чуть-чуть был моментик безветренный, уже хорошо. Все, спряталась. Хорошо. Венера в домике. Мы пока посмотрим на Юпитер. При таких настройках вряд ли мы увидим спутники, но вот может быть нам повезет увидеть экваториальную полосу. Да, при таком ветре мы ничего не увидим, ребята. Девчата. Ну вот это уже ветер, я камеру не трогаю. Шарик для пинг-понга, а не газовый гигант. Ну, сейчас подожду пару секунд, может хоть на мгновение. Ну, кстати, я даже вижу спутники Юпитера. Но при таких настройках, конечно, нечетко. О, слева видим Ганимед, самый яркий. Ну хорошо. December 26, 2021, Харьков. Сейчас я сменю локацию, может еще посниму Венеру. 16:37 по Киеву.